Очень долго я прыгал, блин. Как-то непрофессиональненько получилось. Там мутант где-то за проходной, судя по всему. Так, этот чел должен быть с мутантом. По сути. Тоже суета, понятно. Так, сюда, сюда. Ну и там на мосту еще. Вот они убили челика вот этого, походу. Это что это было, чат? А, это КС-23 был? Я понял тебя. На баррикадах, да? Поэтому такой звук страшный. Так. Тебя полутали, да? Кто тебя убил-то хоть? А, вот этот чел его сейчас и убил. Что-то я вообще запутался, короче. Ну ладно. Четверых. Лезу. Улитка медленно пробирается через кустарник в чат. Там санитар, что ли, бля? Санитар, походу. Но? Это санитар. Не надо мне ничего прописывать. Прописываю, говорит, тебе.
Нормально впитал. Главврач типа убил. Чего кашник, кстати? Этот глушитель, который работал у меня. Угу. Так, это бот. Ага, так, еще одна МДРочка. Калаш какой-то страшный. Так, получается, убили пятеро, да? Идет, в принципе. Выходи на крышу стоит. В ближней комнате уже. Ну, второй справа. Там сейчас видели бы вы, сколько жалоб на читаков на развязке. Как бы в последние дни патча уж хочется просто поиграть. Не хочется просто идти и кормить читаков по ходу. Ебашки парика! Беги, блядь, беги! Я же в кустик зацепился, блядь. Вот за такой маленький и бежать не мог. Ну и где твой друг? А.
Это он живой там лежал, что ли? Ёх, твою мать. Я думал, он мертвый, блин. Да ладно. Убежал? А там кто бегает? Не знаю, кто это был, но на всякий случай убил его. У меня патронов мало, у меня хп мало, у меня всего мало, блин. И бот по мне хуярит просто с километра, блин. Патроны кончились. Ой, капец, чат. Не, я не хочу с таким дождем играть. Нахер. Хорош на сегодня, наверное. Ну это дебилизм. Сейчас будет 5 часов подряд идти вот такой дождь. Не хочу, чатик. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.